Погода на майских праздниках не подвела, поэтому многие отправились в лес на шашлыки. В результате образовалось несколько очагов возгорания. Так, в воскресенье, 10 мая, спасательные службы Подмосковья потушили 7 лесных пожаров на территории области. По данным Комитета лесного хозяйства, все возгорания произошли по вине человека. Общая площадь лесных пожаров на территории области только 10 мая составила почти 3 гектара. В Орехово-Зуевском районе произошло 3 пожара. К счастью, их удалось быстро локализовать. Специалисты Комитета лесного хозяйства Подмосковья напоминают, вероятность пожаров в Подмосковье велика, несмотря на дождливую погоду и позднее наступление тепла. Выпадение осадков не снизило уровень пожарной опасности, поскольку содержание воды в лесной подстилке и торфяниках слишком мало.